Одна из главных целей установки – повысить уровень безопасности и комфорта для жильцов дома. Так, например, благодаря новым домофонам можно полностью исключить вероятность того, что дети, оставшись дома одни, случайно откроют двери незнакомцам. Через приложение в своем смартфоне родители всегда смогут проконтролировать, кто звонил к ним в квартиру, могут пообщаться с гостем и, если это не посторонние, открыть ему двери подъезда. Мы поняли, что проблему детской безопасности можно решить, например, с помощью умных домофонов. Основное их отличие от остальных домофонов тем, что они оснащены камерой. И, соответственно, мы всегда можем увидеть через приложение на смартфоне, кто пришел к нам в гости, зачем пришли к нам в гости. К примеру, даже если репетитор. Я, например, нахожусь на работе, если пришел репетитор, я всегда увижу, узнаю его, после этого могу его впустить, соответственно, он зайдет и будет заниматься с моим ребенком. В приложении доступен 7-дневный видеоархив, благодаря которому можно узнать, кто приходил на неделе. Данные с видеокамер могут быть использованы коммунальными службами и управляющими компаниями для контроля содержания придомовой территории, правоохранительными органами для обеспечения общественного порядка. Современные технологии делают жизнь более комфортной и безопасной. С нашими умными домофонными панелями вы можете не только контролировать ситуацию перед подъездом, но а также открывать дверь, только убедившись, что гость – это действительно тот человек, за кого он себя выдает. Уверен, что эти технологии по достоинству оценят не только жильцы города Ангарска, но и управляющие компании и муниципальные службы города. Выручит умный домофон и в случае потери электронного ключа от подъезда. Открыть дверь можно с телефона. Первые умные домофоны уже установлены в 2 жилых домах Ангарска. Их установкой занимается телеком-оператор Дом.ру. В планах на ближайший год оснастить умными панелями более 200 подъездов. Инициировать установку современного и безопасного оборудования, а также узнать о технической возможности замены старого оборудования на новое, можно, обратившись в Дом.ру по телефону, которые видите на своих экранах. Мария Евстратова, Олег Левченко. Местное время.